Беспокойным выдался день и на МКС. Там российскому экипажу пришлось срочно заделывать пробоину в корпусе пристыкованного корабля «Союз», из-за которой произошла утечка воздуха. Чтобы ее обнаружить, космонавтам Сергею Прокопьеву и Олегу Артемьеву пришлось обследовать 15 модулей станции. Предложение американского астронавта отложить операцию, чтобы рассмотреть все варианты решения проблемы, они отвергли сразу. Действовать нужно было оперативно. Отверстие размером чуть больше миллиметра заделали с помощью герметика. Поставленную заплатку несколько часов проверяли на прочность. После, для большей уверенности, было решено нанести еще пару слоев герметика.